Всем привет, друзья! Вы слушаете третий выпуск подкаста Midsummer 2.0. Меня зовут Алекс Лайт. В очередной раз я представляю вам подборку самого лучшего, самого сияющего, самого музыкального драм-н-бейса, который только смог для вас найти. Ну а иногда и не только драм-н-бейса. В ближайший час буду для вас гидом по этой красоте. Поехали! Звучащий прямо сейчас трек не относится напрямую к тематике драм-н-бейс музыки, потому что это и не драм-н-бейс, это эксклюзивный R.I.B. ремикс на композицию «Listen to Life», «Прислушивайся к жизни» от проекта «Store and Forward». Немного разбирающиеся в музыке знают, что это не драм, а брейкс тематика, и поставить ее в свой Liquid Funk Mix я решил, потому что красивая мелодия отлично подходит по стилистике, и почему бы вас ее не порадовать.
так мудрый совет прислушиваться к жизни. Трек заканчивает свое звучание. Прямо сейчас начинается очень известный проект, который знают все, кто более-менее слушает Drum & Bass, и даже те, кто, может быть, редко его слушает. В общем, это Fred V и Graphics, резиденты лейбла Hospital Records, с не менее известным треком Major Happy. На мой взгляд, это именно тот трек, который должен прозвучать в начале микса, призванного будить и давать хорошее настроение всем и каждому. Надеюсь, ваше настроение прямо сейчас такое же солнечное, как и настроение этого микса. Меня зовут Алекс Лайт, вы слушаете Midsummer 2.0. Следом будет трек от Дэнни Бёрда и Нед Скай под названием Tonight. И если у вас возникло дежавю, потому что вы его слушали уже микс назад, то я вас могу обрадовать. На самом деле, тот был ремикс, про который я не сказал, что это ремикс. А вот сейчас прозвучит оригинал, и он того стоит. Tonight's gonna be the we'll be right back.
Друзья, напомню, что вы слушаете подкаст, который выходит на регулярной еженедельной основе. Скачать его вы можете по адресу vk.com/midsummermix. Midsummermix пишется в одно слово прямо сейчас. Мы проводили взглядом волшебную композицию The Light Source, источник света от проекта со звучным названием Mage, то есть маг. Разумеется, искрящиеся вайбы этого проекта неоднократно еще порадуют нас в Midsummer 2.0. А сейчас еще одна замечательная работа, великолепный Sacred Stories от Skyflare. Должен сказать, что такая искренняя музыка встречается очень редко. В общем, пожалуй, я умолкну, чтобы вы могли полностью насладиться его утонченным звучанием. Thank you.
стараюсь не болтать слишком много, чтобы не перегружать вас своими мыслями, но иногда нужно появиться и сказать, что вот прямо сейчас вы слушаете ремикс от проекта Sapphire на трек Friends от Malka. Ну а следом Bassline Smith, Fleur, Drum Sound, потрясающей красоты трек One in a Million. Слушаем. When the night gets closer, when the curtain's down, then your heart beats faster. The time is coming round. Flashing lights in the night. Trying to get a little closer.
просто как на подбор солнечные композиции, которые радуют наш с вами слух и поднимают настроение, невзирая ни на какую погоду и ни на какие новости. В данную секунду звучит проект NCT In The Sun Again, вокалистка Лаура Брэм. Именно она звучит прямо сейчас в ваших ушках. Следом очень редкое сочетание настоящего красивого фолка и очень талантливого драм-н-бейса трек, который я не знаю, как правильно произнести, «Sommerfagel» в ремиксе от «Бас Нектара» проекта под названием «Wintergatten». Трек будет не очень длинный, поэтому я подготавливаю вас к нему заранее. Если вы чем-то заняты, просто наденьте наушники поглубже, чтобы было слышно получше, и насладитесь его глубоким, проникновенным звучанием. А я умолкаю, но скоро снова вернусь. Это Midsummer 2.0, с вами Алекс Лайт.
мягко говоря, не совсем типичное звучание для моего подкаста. Это Foundation от проекта под названием Breakage. И да, действительно, мелодичности в нем немного, но Foundation — это основание, это какая-то отсылка к бессмертному произведению Азимова. И мне показалось, что есть в этом треке нечто более глубокое, чем просто вот этот вот бесконечный драм-н-бейсовый бит. В нем есть что-то действительно очень задумчивое, размышлительное, основательное, что-то, что заставляет тебя задуматься. Я не знаю, как это более правильно, более понятно донести до вас, но мне думается, что вы и сами вполне способны уловить это настроение данной композиции. Что нас ожидает с вами дальше? Дальше нас ожидает еще целых 4 трека. Естественно, я с вами еще поговорю, еще вернусь, еще расскажу что-нибудь интересное. Прямо сейчас будет российский проект Green Day Zigzag, их трек с первого альбома, самого лучшего, на мой взгляд, который назывался Kaiser Staff. В далеких-далеких 2000-х он вышел. Трек носит название Gleaming Star. В нем присутствует Sequent Industry в качестве фичуринга. Настроение у этого трека какое-то самое-самое легкое, ламповое, даже немного восьмибитное и чуть-чуть космическое, по-моему. И дарящее хорошее настроение. Поэтому я сейчас умолкну и дам вам его послушать. Не переключайтесь.
так уже почти 50 минут. Радую вас лучшим, самым классным, самым дарящим позитив, самым пробуждающим, самым побуждающим драм-н-бейсом, какой я только нашел на этой планете для вас. В проекте Midsummer 2.0 прямо сейчас заканчивается Gleaming Star от Гринды и Зигзаг, и скоро-скоро начнется Savoy Let You Let Me. Позволить тебе, позволить мне. Там на самом деле речь идет о том, что не позволю тебе, позволить мне уйти. Вот если кто-нибудь из вас встречался с более-менее умными девушками, надеюсь на это и рад за вас в этом случае, то вы, я думаю, понимаете, о чем идет речь, и довольно философская вещь на самом-то деле. Остается совсем немного времени до конца, но я с вами еще не прощаюсь. Отчаянный крик, я так понимаю, все-таки женской души, раз уж вокал у нас тут женский, который говорит «не позволю, не позволю позволить мне». Вот такие дела. Что нас ждет дальше? Дальше, собственно говоря, я уже потихонечку начинаю с вами прощаться, потому что остается у нас всего два трека в запасе. Первый из них, несмотря на название, очень красивый, очень классный и на пессимизм вообще никоим образом не намекающий, но называется он, тем не менее, «Пессимист». И вполне возможно, загадка этого названия кроется в тексте композиции. Представляет его Ковен. А последним треком, с которым я вас оставляю уже наедине, будет автор по имени Метрик, написавший Inner Child. И вы не пожалеете, что его услышали.
Что ж, друзья, совершенно незаметно пролетел этот час в компании лучших треков Liquid Funk и немножко Breaks на планете Земля. Меня зовут Алекс Лайт, я работаю специально для вас. Если вы хотите поблагодарить меня, заходите в группу vk.com/midsummermix в одно слово. Оставляйте комментарии, лайки, репостите мои записи. Подписывайтесь в мою группу, чтобы не пропустить следующие волшебные миксы в лучшем настроении, какое только есть на этой планете. Услышимся через неделю.